Пляж Анс-Рояль, Сейшелы, 15 декабря 2022. Небольшой такой пляж, чтобы отдохнуть, чтобы стакашку подпустить в этот знойный день. Но сегодня что-то пасмурно, так как тут в горах. А вот тут есть мангал, кто-то жарил, но нагадил. А это знаменитые сейшельские валуны природного происхождения на пляже Анс-Рояль. Не спирт-рояль, просьба не путать. Тут можно и стакашку пропустить, и даже охоту крепкую в знойный день. Валуны, пальмы. Весьма живописное место, но лучше бы это, конечно, в солнечную погоду. Но тут погода в декабре 10 раз на дню меняется. Вот такой вот небольшой пляж. Весьма уютный. Но мы тут купаться не останемся. Мы на более топовые пляжи продолжаем путешествие по острову.